Дорогие друзья, братья и сестры, церковь, гости, родственники, этот славный час настал. Перед нами жених и невеста. Я представлю их. Брат Влад Дубина, член поместной церкви. Сестра Наташа Яченя, тоже член поместной церкви. Некоторое время назад было у нас соглашение, и мы все узнали вот про то, что они хотят создать христианскую семью. И сегодня это событие будет происходить, создание христианской семьи. Я хочу попросить, чтобы Влад попросил благословения Господа на эту часть нашего служения. Помолись, пожалуйста. Господь, благодарность Тебе за сегодняшний день, что он наступил, Господь. Я Тебя сердечно за это благодарю. Господь, благослови и это служение, сочетание нашей семьи, Господь. Благослови и сам сочетай нас. Прибудь с нами. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Сейчас, так вот, для придания торжественности этому моменту, хор исполнит гимн. Пожалуйста, что вы приготовили, можно спеть. Я прочитаю текст Священного Писания, который желаю положить в основание проповеди своей, в основание тех наставлений, пожеланий, которые скажу Владу и Наташе, жениху и невесте. Это послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 текста до конца главы. Ефесянам 5, с 22 текста. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Это Слово Божие. И на этом Слове Божием эта молодая семья, которая через некоторое время станет семьей, должна строить свои дальнейшие отношения для того, чтобы был успех, для того, чтобы было хорошо, для того, чтобы было благословение. Мы когда-то вместе с вами, братья и сестры, изучали послание к Ефесянам, и тогда я посчитал, что здесь 134 слова, нет, 34 слова обращены к жене, а 118 к мужу. Вот. И это значит, что Павел в 3,5 раза больше говорит мужьям, чем женам. Когда говорит о семье христианской, о том, какие должны быть с ней отношения, он в 3,5 раза больше уделяет внимание мужу. Каким он должен быть, как он должен обращаться с женой. И поэтому люди, которые выступают сегодня за, ну, есть такое слово современное, эмансипацию женщин, и которые, может быть, прочитав то, что здесь сказано женам, они бы с отторжением таким отнеслись бы к этому, с неприятием. Посмотрев на то, что Павел говорит мужьям, они должны, наоборот, распечатать этот текст, повесить его везде, во всех углах своих квартир и радоваться. Вот как надо жить и строить семью. И я даже больше скажу, здесь у нас есть гости из Германии, поэтому я скажу так. Павел I выступает против принципа «Kinder, Küche, Kirche». Да, есть такое, 3К. Он за то, что муж, женщина, она не для того, чтобы обслуживать только мужчину. Он говорит очень подробно о том, как муж должен уважать жену, как он должен внимательно к ней относиться, с нежностью, жертвенным быть по отношению к ней. И дальше то, о чем я буду говорить, наставление для Влада и Наташи. Я попробую сохранить то соотношение, ту пропорцию, которую здесь имеет и апостол Павел тоже. Я тебе, Влад, скажу в 3,5 раза больше, чем Наташе. И Наташе я буду говорить первой, потому что апостол Павел тоже сначала говорит женам, а потом мужьям. И первый, я Наташе прочитаю 1 стих, а Владу 3. И первый текст вот этот, который я буду читать, Ефесянам 5:22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Ну, я признаюсь, что долго в моем конспекте в этом месте было всего лишь 2 строчки. И я думал, что сказать невесте. Вот такой вот короткий текст, такие короткие простые слова, ясные, четкие, что Павел, что Слово Божие говорит женам: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И я не знал, что сказать невесте. И сегодня утром я поймал себя на мысли, что я пытаюсь смягчить это Слово Божие. То есть мне хочется как-то сказать не так резко, как-то так вот помягче. И я подумал, что это неправильно. Я должен сказать то, что здесь написано. И, Наташа, я это сделаю. Для того, чтобы ваша семья была благословенная, библейский принцип благословения для тебя, как жены, повинуйся Владу в той семейной жизни, которая у вас настанет. И повиновение – это повиновение. В словаре написано «это беспрекословное подчинение и послушание». Вот что Господь говорит женам, вот что Господь говорит невестам, и я это передаю сейчас. Конечно, пусть в вашей семье будет место для обсуждения вопросов. Конечно, пусть в вашей семье будет место для выражения своего мнения. Когда-то вы будете не согласны друг с другом, и вы поговорите об этом, и вы выслушаете друг друга, постарайтесь понять. Но когда дело доходит до принятия решения, и решение принято, то вот здесь, Наташа, включай режим подчинения мужу, режим повиновения. Я хочу подчеркнуть уже сейчас и дальше еще говорить об этом, что весь этот текст, прочитанный нами, он прямо проникнут, пронизан, пропитан богословием искупления. Когда он говорит женам,
он переводит взгляд на Христа, Павел. Когда он говорит мужьям, он снова переводит взгляд на Христа, Христос и Церковь. И вот это то, что перед нами сейчас мы видим, братья и сестры, Церковь, друзья, родственники, гости, это образ отношений Иисуса Христа и Церкви. И что может помочь Наташе повиноваться Владу? Вот эта вот мысль о том, а какие отношения между Христом и Церковью? Церковь тоже повинуется Иисусу Христу во всем. И так дальше написано, 24 текст. «Как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Это то, чем настоящая Церковь удивляет мир, ее повиновение Христу. Если Церковь перестанет слушаться Иисуса Христа, то мы перестанем быть и отличающимися от мира. У нас исчезнет вот эта вот часть странности, отличности нашей, непохожести на мир, какой-то уникальности, которая отличает нас, которая есть у верующих людей. И она коренится вот здесь. Мы отличаемся потому от неверующих людей, в каких-то вещах святости, вопросах, образа жизни, потому что мы слушаемся Господа. Потому что мы придумали так поступать и так вести наш образ жизни христианский, а так написано в Библии. И слушаясь того, что написано в Библии, мы повинуемся Господу. И это мое пожелание и наставление, Наташа, тебе. По-хорошему удивляй своих подруг, своих коллег на работе, своих знакомых вот этим уважением к мужу, послушанием тому, что он будет говорить. Все, Наташа, можешь рассуждать дальше об этих словах. Я перейду дальше к Владу. Влад, с тобой мы поговорим так пообстоятельней. И первый тебе вопрос. Ты хотел бы помочь Наташе повиноваться тебе, чтобы ей было легче это делать? Да. Тогда внимательно слушай дальше. Еще раз скажи, ты как-то так неуверенно сказал? Да, да, конечно. Вот так, хорошо. 25 стих. Это уже к мужьям обращение. Слушай, Влад, внимательно. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Я прочитаю, Влад, три стиха, и с каждого из них буду говорить одну мысль. Первый стих для тебя. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Иоанн Златоуст так толковал этот текст Священного Писания. Я прочитаю. Он написал, «Хочешь ли ты, чтобы жена твоя повиновалась тебе, как Церковь повинуется Христу? Тогда заботься сам о ней, так же, как Христос заботится о Церкви. И если потребуется, чтобы ты отдал свою жизнь за нее, или чтобы тебя разрезали на 1000 кусков, чтобы ты вынес все, что может принести жизнь, не отказывайся от этого». Он положил Церковь к ногам своим любовным попечением, а не угрозами или страхом, или чем-то подобным. Вот так и ты веди себя по отношению к своей жене. Даже не верится, что эти слова сказал человек, который родился 1674 года назад. Это звучит так поэтично, свежо, красиво, актуально, вот как для нашего сегодняшнего дня. И это потому, что Библия – это актуальная, современная, красивая, поэтичная и очень нужная для жизни книга. И говорится в этой книге о том, что муж может помочь, а может помешать своей жене вести себя по-христиански. Ты, Влад, можешь помочь Наташе, вот в том числе в том, чтобы она, как христианка, повиновалась тебе, слушалась тебе. И в послании к Ефесянам, братья и сестры, давайте вспомним, из которого мы сейчас читаем наставление. Здесь первые три главы Павел говорит, он не начинает сразу с того, как надо жить, как надо быть, вот, какими поступать, делайте так, будьте такими. Он три главы рассказывает про любовь Божию, про Иисуса Христа, про Его жертву, про то, что Он предал Себя за нас, умер, что Он сделал для того, чтобы нас спасти. И только с четвертой, во второй половине этого послания, он начинает говорить, а какими должны быть мы. Начинаются призывы, наставления, повеления, заповеди, императивы. Сначала Павел старается нас замотивировать, увлечь, показать, что сделал Христос. А потом уже говорит, а как должно жить нам. Он умер вместо нас и за нас, Христос. А потом уже призывает нас слушаться. В книге «Песнь песней» есть такой стих, Влад. Вот такое желание девичьего, женского сердца,
«Влеки меня, мы побежим за тобой», говорит Суламита Соломону. Женщине хочется следовать за кем-то, так создал Господь. Но хочется следовать как? «Увлеки меня, и я тогда побегу за тобой. Будем восхищаться и радоваться тобой», говорит она. Ей тогда будет легче следовать за ним, когда он ее увлек. И вот это то, что я хочу тебе пожелать. В этой книге дальше она идет за ним, и идет, и идет. И в третьей главе, и в пятой, и в конце этой книги она идет за ним. Куда он, туда и она. Почему? Потому что он ее увлек. Будь, Влад, увлекающим мужем, таким, за которым хочется идти. Я хочу рассказать вам последнее чудо, которое произошло в семье Рыжовых. Оно произошло вчера утром в 5 часов 21 минуту. В деревне Макраны возле белорусско-украинской границы. Я вошел туда, такой был моросящий дождик, и услышал из травы недалеко от дороги такое жалобное призывное мяуканье. Я некоторое время иду, из темноты выбегает котенок, и как раз я звоню, говорю со своей женой. И я присел, опустил трубку, чтобы она лучше слышала. Мы там поговорили, о чем надо было поговорить. И я говорю: «Слышишь? Послушай, такой красивый котенок, такой черненький, такие у него носочки спереди беленькие, сзади гольфики, беленький хвостик такой, как кисточка. И слышишь, в какой он беде? Давай возьмем». Ну, жена отвечает: «Конечно, нет». И это разговор, который длится у нас уже 15 лет. И я знаю ее мнение об этом вопросе. И, ну, так вот, мне давно хотелось бы, чтобы у нас было какое-то такое животное, детям очень хотелось бы, но мама всегда была непреклонна. Ну и все, нет так нет, я иду дальше. Иду дальше, и он идет за мной. Ну и я, предвидя, что сейчас машина подъедет, будет вот этот неудобный момент, как мне садиться, я побежал. Я побежал от него. И он бежит, оглядываясь за мной. Ну, я думаю, сейчас отстанет. Пробежал некоторое время, бежит еще, выбиваясь из сил последних, слабеющих. А у меня, ну, такая длинная дорога была, и я тоже уже устал немножко. Ну, и перешел на шаг. Иду шагом, иду, прошел всю деревню, вышел из деревни. Он идет все за мной. Машина, слышу такой шум нашей машины, подъезжает, останавливается. Я оглядываюсь, но он уже совсем выбился из сил, сел по дороге, посередине дороги, метров шагов 10 за мной. Я сажусь в машину, и тут он как начал взывать, понял, что близок час расставания, минута. И я говорю: «Послушай, слышишь, как он, ну, кричит? Я честно бежал от него, не получилось». И тут дети тоже как начали взывать, вот. И дрогнуло сердце Светланы. Вот. И этот котенок, ну, он сейчас у нас дома. Что случилось? Причем тут, ну, вот эта вот история про такой безымянный комочек страха и нежности, который вот сейчас оказался у нас дома. И вот это вот, что происходит у нас здесь сейчас, таинство бракосочетания. А при том, что я чем-то увлек вот этот вот комочек, и он побежал за мной. Увлек чем? Ну, наверное, какой-то надеждой на защищенность, тепло, пропитание и ласку. И он побежал за мной. Ему было тяжело, и он все равно бежал. И шел дождик, он все равно бежал. И, Влад, ты можешь помочь Наташе слушаться тебя и делать тот один пункт, который ей говорит это место Священного Писания. Один пункт. Жены, повинуйтесь. Но ей может всю жизнь быть это очень тяжело, если ты будешь жестким и жестоким мужем. А ей может быть легко слушаться тебя, когда она будет бежать за тобой. Влеки ее, увлекай ее. И тогда ей будет несложно делать то, что, о чем ты будешь ей говорить. Второе. Первое понятно? Хорошо, запоминай, в конце надо будет повторить. Второе. 26 текст. «Чтобы осветить ее...» Давайте я буду читать, чтобы была связность. Выше начну. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Здесь сказана цель, первая цель, для чего Иисус Христос предал себя за церковь, возлюбив ее, чтобы осветить, чтобы сделать церковь более
все более святой и святой, чистой и чистой, более похожей и похожей на Него. Для этого Христос умер за нас. И муж, который подражает Христу, будет помогать своей жене тоже становиться все более святой и более святой на протяжении жизни. И семейная жизнь – это не только такие отношения, ну, романтики, любви, это не только отношения какого-то решения вопросов быта и хозяйства, это не только рождение детей и вырастить детей, и помочь им войти в жизнь, но это место, где муж и жена помогают друг другу готовиться прийти в небо. Это место, где муж и жена, а особенно муж жене, помогает становиться все более святой. Христос предал себя за церковь, чтобы освятить ее. И здесь написано, как Христос это делает. 26 текст. «Освятить, очистив баней водной посредством слова». Влад, у тебя нет других инструментов, кроме того, которые у Христа тоже, через Слово Божие. Как ты можешь помогать становиться Наташе все более святой и чистой в вашей семейной жизни через Слово Божие? Я слышал, что современные президенты таких очень крупных, сильных держав, они имеют при себе, или где-то невдалеке от них находится какой-то такой пресловутый ядерный чемоданчик, или чемоданчик с такой кнопочкой, или какое-то устройство такое соответственное для нанесения ядерного удара. У древних еврейских царей, про которых мы читаем в Библии, был аналог этого ядерного чемоданчика. Кто знает, что это? Что царь всегда должен был иметь при себе? Подскажу. Написанное своей собственной рукой. А? Свиток, да, священного писания. «Стал царем, сядь, не спеши». Перепиши все Слово Божие от руки, и вот этот свиток – это твой ядерный чемоданчик. Ты всегда его держишь при себе. И как вот этот вот ядерный чемоданчик – это самый главный, последний, решающий аргумент современных управителей, да, во всяких спорах, решающий козырь в критических ситуациях, так у древнеизраильских царей главным местом силы их, решающим аргументом, чем они побеждали или чем они проигрывали, если у них этого не было, это был свиток Слова Божьего, который царь должен был иметь в руках, собственноручно переписанный, и регулярно перечитывать. И когда он принимал решение, он обращался сюда. И я представляю, с каким трепетом, наверное, вот вступающие в должность президента, они принимают этот чемоданчик. Так вот, Влад, с таким трепетом, открывай каждый день Слово Божие, это место твоей силы. Если ты сможешь помогать Наташе становиться лучше, то только через Слово Божие. Если у тебя будет это получаться, то потому что ты будешь читать, показывать ей, и она будет видеть. Это не только ты этого хочешь, это Господь этого хочет. Кстати, Влад, я тебя не предупредил. Сейчас скажу. В Телеграме есть группа для мужей тех семей, которые я сочитывал. И там эти мужья каждую неделю, в конце каждой недели делают мужской поступок, отчитываются по трем направлениям. Завтра ты будешь включен в эту группу, вот Марк тебя проинструктирует, но я сразу скажу, надо будет в конце недели рассказать о совместной молитве с твоей женой каждый день на протяжении этой недели, о собрании и общении с детьми вокруг Библии, пока что ты будешь освобожден от этого пункта. И третье – это о том, как муж и жена читают Библию. Вот. Павел сказал, что так мы освящаемся посредством слова. И третий совет, первый, чтобы тебе легче было в конце повторить. Первый, попробуй сформулировать. Чтобы ей было проще повиноваться, ты должен увлекать. Второе. Освящать или делать ее лучше, чтобы через Слово Божие. Да, твоя задача как мужа помогать Наташе освящаться. И третье, 27 текст. «Чтобы представить, это вторая цель, для чего Христос умер за нас, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Здесь повторяется слово «святость», но появляется новое слово «славная церковь». С греческого языка это слово еще можно перевести «великолепный». Или в другом русском переводе написано, дабы представить церковь во всей красе. Влад, посмотри на Наташу сначала. А теперь, глядя на нее, скажи, она красивая?
Микрофон. Очень красивая. Она славная. Да, очень. Она великолепная. Конечно. А как ты думаешь, она может стать еще более славной, красивой и великолепной? Думаю, что да. И последний вопрос. А ты можешь ей в этом помочь? Да. Да. Все, отдавай микрофон. Правильно. Одна сестра разрешила мне рассказать про нее, и я расскажу. У нее... Она от природы очень чувствительный человек. Ну, вот как вообще сестры, женщины. Но у нее особенно такая есть чувствительность и ранимость. И когда... А ее муж, как мужчина, он намного проще смотрит на мир. И ей это очень помогает, как она сказала. И вот когда они создали семью христианскую, вступили в брак, они договорились быть во всем честными друг с другом. Ну, и раз договорились быть честными, а у нее вот... Очень много было разных комплексов раньше, и в основном связанных с внешностью, как она выглядит, вот, какая она. И она из-за них была очень неуверенной, замкнутой. И раз они договорились быть честными, однажды, ну, в начале вот их совместного пути, она рассказала ему: «Ты знаешь, я вот переживаю, честно, вот из-за того, что я вот, вот такая вот, и вот такая вот, и вот такая». Он посмотрел на нее и говорит: «Стоп. Ты знаешь, а если бы ты была не такая, то я бы на тебя точно второй раз не посмотрел». И то, что она, из-за чего она комплексовала много лет и считала ее это внешний недостаток, оказалось, что ему именно это нравится. Вот. И он бы на ней не женился, если бы не было вот этого. И это ей так помогло. И он, конечно, сразу все комплексы не ушли, но он повторял ей так вот тактично, говорил, как она ему нравится, вот так вот окружал ее этим своим вниманием, подчеркивал ее достоинство вслух. И она поверила, причем поверила в правду, в то, что она прекрасна в его глазах. Не надо говорить неправду, то, что есть, то есть. Но он говорил, что ему это нравится. И вот это вот кокон его внимания, любви, заботливости, похвалы, которые он ее окружал, добрых слов, он помог ей, ну, как она сказала, как-то вот и распрямить спину, и походка ее изменилась, и лицо изменилось, она такая стала улыбающаяся, разговорчивая в том числе, ну так, в меру разговорчивая. Вот. Лицо просветлело. Что сделал муж? Он помог своей жене стать еще более... славной, великолепной. И да, здесь есть нотка святости, чистоты. Она повторяется в этом стихе, что без всякого порока, недостатка. Но про это мы уже сказали во втором пункте. Да, это должно быть. Но кроме того, ты должен помогать Влад, окружая Наташу своим вниманием, чтобы она не чувствовала себя какой-то вот замухрышкой такая вот. Рассказывай ей, что она тебе нравится. Вот дальше у тебя полная свобода и простор будет в этом, чем именно она тебе нравится. И пусть она расцветает вот в этом окружении твоего внимания и любования. И в заключение я хочу сказать отдельную мысль. Давай вот сейчас время повторить три пункта, что тебе наставление, Влад. Помочь... Увлечь ее для того, чтобы она меня могла, да, легче было слушаться мне. Да. Второе, через Слово Божие помогать ей освящаться. Правильно. И третье. Третье. Такие провалы в памяти в это время, что... Ну, два первых, то, что ты сказал, это уже хорошо, но без третьего... Жизнь Наташи будет не такая вот... Да, делать ей комплименты и украшать ее, чтобы... Помогать ей чтобы расцветать, она... распускаться, вот, становиться все более славной. Если она прекрасна в твоих глазах, то говори ей об этом. И она будет становиться еще более прекрасной. Просто чуть-чуть вспомнил, как я чуть-чуть уже делал это. И забыл, ну вот, может, даже так. И что? Ну и чуть-чуть призабыл, мне показалось, что это уже делал, как-то так. Ты думал, что уже все? Ну, буду еще стараться сильнее и больше. Влад, приготовься, вот на брачном пиру поговорим об этом тогда поподробнее, как ты это делал. Вот.
Братья и сестры, я хочу в заключение сказать одну отдельную мысль. А сейчас, подытоживая то, что сказал в основной части, я вот на что обратить хочу внимание. Может показаться, что Слово Божие мужьям и женам говорит очень разные вещи. Женам – повиноваться мужьям, а женам – любить. Ну и, кстати, кому сложнее тогда? Ну, кажется, как-то женам даже и посложнее, да, в чем-то. Хотя, посмотрите, муж должен жертвенную любовь оказывать ради жены. Но повиноваться – это значит отдавать себя другому, кого ты любишь. А любить – это тоже значит отдавать себя другому, кого ты любишь. И раз так, то повиновение и любовь – это две стороны одной медали. Вот такой жертвенной любви, самоотдачи. То есть это звучит как очень разные вещи, но на самом деле это две стороны одной вещи. И вот эта вот самоотдача двумя сторонами, которые являются повиновение и любовь мужа к жене жертвенная, они лежат в основании успешного брака. И последняя мысль, которую я хочу сказать в заключение, вот так заострив на ней внимание, церковь, Христос и церковь, Павел не зря подчеркивает наше внимание, направляет наше внимание на это богословие искупления, что семья будет хорошая, успешная, благословенная, счастливая тогда, когда в ней будет то, что между Иисусом и Церковью. И вот в этом послании Церковь и Христос, они сравниваются с тремя вещами – тело, здание и невеста. И каждая из них подчеркивает тему зависимости от Христа и единства со Христом. У церкви, как тело, есть глава – Христос. И тело без главы – оно какое? Мертвое. И церковь без Христа – она мертва. У церкви, как здание, сравнивается в этом послании церковь со зданием – величественным, прекрасным. У него есть основание. И это опять Христос. И здание без фундамента что сделает? Рухнет, и церковь без Иисуса Христа упадет. У церкви, как невесты, третье сравнение, которое мы сегодня читали, есть жених, Христос. И невеста без жениха, она невеста вообще-то? Нет, не невеста. И церковь без Христа, она не церковь. И брак Влада и Наташи, он отражает вот эти вот, ну скажем, реалии союза Иисуса и церкви. У Наташи теперь есть глава. Влад. У Наташи теперь есть опора. Как у здания церкви есть фундамент Христос, так у тебя, Наташа, есть опора. И если ты в жизни будешь устойчивой, устойчивым человеком, то тогда и если ты будешь опираться на Влада, отдельно от него ты устойчивой не будешь, и этой устойчивости Господь не хочет. Только в зависимости от него. И как написано в книге «Песнь песней», кто это восходит от пустыни, опираясь на возлюбленного своего? Не наоборот, Влад, не ты должен опираться на нее, хотя хотя семья очень сильно держится на женах наших, но основное все-таки она опирается на тебя. Это второе. И третье, у Наташи теперь есть муж, Влад. Будет через несколько минут. Ты становишься, Наташа, привязанной, связанной с Владом, как голова связана с телом. И без тела она не живая. Как здание связано с фундаментом, и без фундамента оно не устоит. Как жена связана с мужем. И ты становишься несвободной. Здание не может взять и перенестись на другое место. Тело не может отойти от головы и что-то поделать. Ты становишься несвободной. Ты согласна на эту несвободу? Скажи в микрофон. Да. Да, согласна. Влад, ты тоже становишься несвободным. И ты теперь тоже не должен мыслить своей жизни отдельно от Наташи, своего счастья отдельно от нее, своих каких-то радостей тоже отдельно от нее. Христос не мыслит себя теперь, после того, как Он умер за нас, без церкви. Вы можете представить себе голову отдельно, голову без тела? Ей не хватает полноты. И церковь, в посланиях Павла сказано, что это полнота, наполняющая все во всем. Церковь – это полнота Христова. И Наташа – это полнота твоя. И ты без нее, Влад, извини, неполноценный будешь.
Если ты где-то в жизни будешь действовать как мужчина, забыв про Наташу, как-то самореализуясь, ища своего какого-то удовольствия, своих целей достигая, ты будешь неполноценной. Теперь только вместе. Без нее никаких планов, никаких желаний. Основание без здания выглядит незавершенным, и церковь – это завершение дел Иисуса Христа. И жених без невесты не может быть женихом. Ты бы здесь не стоял, если бы не она. Вот. Прилепись к ней всем сердцем, и ты, Наташа, тоже к Владу всем сердцем. И если до сих пор вы учились в христианской школе, вот этих качеств, которые мы перечисляли, их надо было и до брака проявлять, жертвенная самоотдача какая-то, смирение, терпение, любовь, то теперь вы поступили в семейный университет любви, самоотречения, самоотдачи. И это наставление вам обоим. Не мыслите себя друг без друга. Не мыслите счастья своего личного друг без друга. Планируйте все вместе. Радуйтесь вместе. Плачьте вместе. Болейте вместе. Работайте вместе. Отдыхайте вместе. Молитесь вместе. Все делайте вместе. Посему, 31 стих. «Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Аминь. Мы будем переходить к следующей части нашего бракосочетания. И я уже спросил Наташу, согласна ли она стать несвободной. Она сказала «да». Влад, ты тоже согласен с тем, что я сказал на основании Слова Божьего, что ты не должен дальше мыслить свою жизнь отдельно от Наташи. Ты должен окружать ее своим вниманием, заботой, и вы должны все делать вместе. Да. Согласен. Если вы согласны, то в знак этого согласия вы дайте друг другу руки. Да, и хор сейчас исполнит псалом на эту тему. После этого мы будем молиться. Я скажу после пения, как будет проходить молитва. В этот момент мы просим, чтобы Бог благословил, чтобы Он сосчитал
И вот здесь происходит это таинство рождения семьи. И сейчас оно будет происходить. Поэтому и вы, пожалуйста, братья и сестры, находитесь в этом внутреннем трепете, молитве, присоединении к тому, что здесь происходит. Молитва будет происходить так. Помолится мама невесты, будет такая возможность. Помолится папа и мама жениха. Да? Помолится Наташа невеста. После этого помолится Влад. После этого будет пение хора и возложение рук. И после этого произойдет моя молитва, и я помолюсь от лица и нас всех, и церкви, и мы попросим, чтобы Господь сочетал, создал эту семью. Давайте мы пойдем. Отец наш Небесный, мы сегодня читали Слово Твое, мы рассуждали о Сыне Твоем, о Его любви к Церкви, о том, что для того, чтобы нас спасти, приобрести себе Церковь, невесту, жену, Твой Сын страдал, Твой Сын проявил жертвенную любовь, и создался этот удивительный, таинственный союз. И такой должна быть семья, христианская семья. И вот она сейчас создается. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты призрел, о том, чтобы Ты соединил, о том, чтобы Ты сочетал Влада и Наташу и помог им прилепиться друг к другу целиком и полностью, всем сердцем, чтобы не было ничего, чтобы их разделяло, чтобы они были честны и открыты друг перед другом. Помоги Владу быть таким мужем, какой Христос, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Помоги ему любить Наташу жертвенной любовью, отдающей Себя. Помоги ему быть внимательным, нежным. Помоги ему искать все другие, иметь все другие качества необходимые. Помоги ему переживать о том, чтобы Наташа рядом с ним росла, становилась более святой, зрелой, славной. Помоги ему окружать свое внимание. Благослови Наташу, помоги ей стать хорошей женой для Влада. Помоги ей повиноваться Ему, как Церковь повинуется Христу. Помоги ей бояться уважать Влада, как Церковь боится уважает Христа. Благослови, чтобы люди, наблюдая за этой семьей, видели в ней отражение отношений Христа и Церкви. Помоги им быть хорошей, крепкой семьей. Благослови все их нужды на протяжении всей жизни.
Помоги трудиться, пошли здоровье, храни от всякого зла. Помоги иметь достаток. Помоги быть жертвенными, внимательными к нуждам других. Пусть их дом будет открытый для гостей. И помоги, чтобы там, в простом и хорошем общении, люди с тобой тоже сближались. Благослови их детками, если угодно тебе. И пусть они рождаются и будут здоровыми, красивыми, радующими родителей и окружающих. Пусть они тоже принадлежат тебе, и их жизни будут тебе посвященные. Давай мудрости к родителям. Просим тебя, пусть они останутся добрыми, активными, членами поместной общины. Благослови их в служении, в труде. Благослови Влада в том деле, которое он делает. Помоги Наташе помогать ему, быть помощницей, соответственно, ему. Благослови, чтобы они принесли много плода. И всеми твоими благословениями, которые ты для них приготовил, ты благослови их обильно. Помоги им искать твоего лица каждый день, через слово, через молитву. И что бы ни случалось, чтобы они обращались к тебе. Мы просим обо всем этом для твоей славы, великий наш Бог. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. С этого момента Влад и Наташа, они являются уже не женихом и невестой, а мужем и женой. И у хора приготовлено песнопение для поздравления по этому поводу. Пожалуйста, исполните его. Не делайте никто ничего для того, чтобы разлучить эту семью. Наоборот, давайте будем молиться о том,
работы, чтобы Бог их благословлял. И вы тоже, Влад и Наташа, не делайте ничего из того, что может послужить разрушению ваших отношений. Берегите этот союз, который заключен перед лицом Господа. Присядьте, братья и сестры. Мне уже два человека подсказали, чтобы я не забыл одну важную часть этого всего действия. Но я не забыл. Недавно было молодежное общение, мы разговаривали на тему святости, освящения. И я в начале этого разговора прочитал книгу Исаии, 6 главу. Помните, где слово «святость» повторяется 3 раза подряд. Серафимы, которые стоят в присутствии, в Бога присутствии, в самой тесной близости к Нему, перед Богом, перед Господом. И перед их глазами находится Сам Творец, Сам Господь. И они взирают на общение лиц Троицы, на их увлеченность друг друга, на ту близость, я даже скажу, интимность любви, которая внутри Троицы происходит, они говорят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Я спросил молодежь, перед тем, как я произнес вот эти слова, скажите, какая самая интересная часть на бракосочетание «Честно», на которую особенно все направляют взгляд свой? Сначала по-разному сказали, а когда вы все-таки честно сказали, что лобзание, первое целование, которое происходит между мужем и женой теперь уже. А потом я задал второй вопрос. Скажите, а какой самый неудобный момент на бракосочетании? Ну и так помолчали. Брат-служитель, который сидел ближе ко мне, и который как раз во время бракосочетания находится ближе к этой паре, к этому действию, и он сказал, тоже целование. Я не знаю, как у вас происходит, когда эта часть собрания, богослужения, бракосочетания, мне бывает немножко неудобно. Я взгляд отвожу. И я, когда изучал тему святости, я увидел, что у серафимов на небе тоже так, оказывается. Когда они находятся в присутствии Бога и видят, как Сын увлечен Отцом, как Отец увлечен Сыном, как Дух Святой пронизывает это все, какая там самая интенсивная, самая близкая, самая интимная любовь во всем мире, во всей Вселенной, они что делают, кроме того, что повторяют «свят, свят, свят»? Они своими крыльями закрывают свои глаза и вот это вот делают. Потому что это святость. Вот она, суть святости, такая вот близость, которая туда же... И сейчас мы перейдем к этой части нашего служения тоже. И я предложу, может быть, вам, у нас нету, как у серафимов, крылья, можно поступить тоже, как они, где-то немножко... и потупить взгляд или отвести его в сторону. Я задавал вопрос Владу и Наташе, и не один раз задавал, и вчера спросил, сохранили ли они чистоту целомудрия и чистоту их отношений. Да, сохранили. И первый поцелуй, который сейчас произойдет, был первый. И сейчас есть возможность вас поприветствовать, поздравить вас с первым целованием. Мы не репетируем. Все, братья и сестры, сейчас будет время поздравлений. Присоединитесь к этой радости, у вас будет возможность подойти, поздравить, обнять, поцеловать, сказать добрые слова. Да, будет объявление. У тех, кто приглашен на пир, будет возможность и здесь это сделать, и на пиру. Давайте первыми дадим эту возможность родителям сделать. Они подойдут сначала и скажут то, что у них есть сказать для своих детей. И кто-то со стороны, наверное, жениха подойдет и скажет, давайте прямо сейчас, о том, как будет проходить дальше день для тех, кто причастен к этому торжеству, кто поедет на брачный пир, где надо быть и во сколько, пожалуйста, скажите, сообщите. Дорогие родственники, братья и сестры, друзья и молодежь, мы желаем продолжить нашу радость в связи с нашими детьми, которые сегодня вступили в брак, они уже жена. Брачный пир будет проходить в Тюхиничах
вот, палатки. Поэтому все, кто приглашены на 13.30, мы приглашаем вас в этот шатер, чтобы нам иметь вместе общение, порадоваться, сказать пожелания, вот, услышать что-то. Ну, вот так вот, чтобы нам вместе продолжить это общение. Сердечно вас приглашаю. Дорогие друзья, то, о чем я сказал, поздравление, оно пойдет уже после нашей молитвы заключения собрания. Николай Николаевич сейчас скажет еще несколько слов. Итак, то, что мы желали сегодня увидеть, увидели, услышали, и будем в продолжении нашей жизни молиться за эту семью, чтобы Господь их благословил. Господнее благословение, написано, печали с собой не приносит. Это обетование Божье, так сказал Господь. Друзья, служения наши проходят 3 раза в неделю. Может, кто-то первый раз у нас присутствует. По пятницам у нас 19.30 проходит служение молитвенное. Воскресный день 2 служения, утреннее с 9 часов, вечернее с 18 часов. Приглашаем, приходите, вместе можем послушать Евангелие, помолиться вместе Богу. У нас, и мы молимся еще и за нужды. Песни прославить хочу, дар любви, радостью дух мой объят. Милость великую Бог мне явил, Он подарил тебя. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, и жизнью нашей пусть прославится Иисус. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, жизнью нашей пусть прославится Иисус. Вместе идти нам отныне за Ним, путь Его узкий любя. В сердце восторженном счастье огни Он подарил тебя. Пусть прославится Иисус. Единство храня, славой уста мои ныне полны, Он подарил тебя. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, и жизнью нашей пусть прославится Иисус. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, и жизнью нашей пусть прославится Иисус. Давайте друг друга любить и как...
часть. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Ты светом прибудешь за славою и завистью окружен, но ты принимай с любовью, любовь покрывает лицо. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Взгляни на Голгофу, мой добрый друг, увидишь любовь Христа. Иисус так тебя и меня возлюбил, что принял он муки креста. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Но вот ты споткнулся, упал в пути, вставай и иди вперед. Представь всю вину и раскайся сам, ведь Бог наш, Он есть любовь. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать.